Председатель ЕЦБ Марио Драги ответил на критику со стороны министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, заявлявшего, что политика низких ставок негативно сказывается на немецких вкладчиках. Выступая на международной конференции Азиатского банка развития во Франкфурте, Драги подчеркнул, что у политики низких ставок пока нет альтернативы. Низкие ставки – это не проблема сама по себе. Это только симптом более глубокой проблемы, а именно недостаточного спроса на инвестиции во всем мире, который не позволяет задействовать все доступные сбережения. Правильный способ разрешить вопрос низких ставок – это не бороться с симптомами, а заняться разрешением фундаментальной проблемы. По мнению Драги, вкладчики выиграют в среднесрочной перспективе от мягкой денежной политики, так как она призвана вывести всю экономику из застоя. Драги призвал европейцев, по примеру американцев, больше вкладывать свои сбережения в акции компаний вместо хранения денег на депозите. Ранее ЕЦБ снизил ставки по депозитам до отрицательного уровня.